Инспектор дорожно-патрульной службы Рупов Василий Васильевич, капитан полиции. 27 января около 12 часов дня на 1215 километре под Вилюй произошло столкновение транспортных средств Toyota Hiace и Volvo. Предварительным данным, в результате ДТП погибло 2 человека и ранено 7 человек. Благодаря детским удерживающим устройствам Коля Егоров остался жив. Поэтому, уважаемые родители, водители, обеспечьте обязательно детей детскими удерживающими устройствами и креслами.